Всем привет, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вы увидите обзор на сериал «Ты меня никогда не забудешь», сюжет сериала. Жанна и Марк дружат с детства. Папа героини, господин Ларионов, квалифицированный и уважаемый преподаватель. В лихие 90-е отзывчивый педагог помог Марку, который в те времена был несовершеннолетним детдомовцем, не вставать на кривую дорожку. Учитель уберег юношу от ухода в бандитизм и поддержал деньгами. Парень часто бывал в доме, в котором проживало семейство Ларионовых. Когда детдомовец стал взрослым, отношения с приютившими его людьми испортились. Глава семьи умер, и Жанна считала Марка причастным к этой трагедии. Девушка, оставшаяся без отца, видеть не желает юного хулигана. Через много лет их судьбы вновь соединились. Выходец из детского приюта спасает Жанну в трудной жизненной ситуации. Постепенно бывшие враги начинают сближаться. Их отношения становятся все менее холодными и напряженными. Ребята настолько прониклись друг другом, что даже решили сыграть свадьбу. Героиня переосмыслила многое в своей жизни. Неожиданно она решила, что расстаться с мужем – это правильный шаг. Ведь так будет лучше для них обоих. Мужчину и женщину ждут большие испытания. Только препятствия и страдания помогут определить, предназначен ли Марк судьбой его прекрасной возлюбленной. Данный сериал у нас состоит из 16 серий, который состоялся 21 февраля на украинском канале. Всем спасибо за просмотр, не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Дорогие друзья, зрители, подписчики, мы всегда стараемся собирать все новости про ваш любимый сериал, про его сюжет, про его дату выхода, а также рассказываем анонсы про них. Укажем примерную дату выхода сериала. По завершении первого сезона не всегда понятно, будет ли продолжение. Мы расскажем вам о том, будет ли продолжение сериала. Также вы узнаете, сколько всего будет серий, и увидите их обзор и анонс серии сериалов, и когда выйдет новый сезон. Или будет ли вообще продолжение, или сезон закончен. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий о сериалах. Дорогие друзья, всем привет! Прошу вас, подпишитесь на канал, ведь я так стараюсь для вас. Спасибо! Если мы нарушаем ваши авторские права, то обязательно свяжитесь с нами, и мы незамедлительно примем меры.